500 квадратных метров экранов по всему периметру зала завораживают и увлекают в бесконечное пространство искусства эпохи модернизма. Более 1000 картин 10 знаменитых модернистов от Гогена до Малевича преобразованы в анимированные фильмы. Музыкальное сопровождение в духе каждого видеоряда. Создатели мультимедийного проекта «Великие модернисты. Революция в искусстве» с помощью современных технологий попытались отразить настроение эпохи, когда технический прогресс влиял и на искусство. Мы попытались реализовать то, что было заложено художниками в эпоху модернизма, да, то есть отразить, как современные технологии на них повлияли, и показать зрителю внутренний мир каждого из художников, чтобы зритель мог действительно прийти и погрузиться в состояние вот этих картин. На создание анимации и воплощение идей авторам потребовалось полгода и немалая доля креатива. Техника, она дает всем одинаковые возможности, да, и именно та команда, которая делала, собственно, сам видеоряд, подбирала музыку и, ну, по сути дела, творцы этого проекта, да, это вот, это художники. 50 минут интерактива. Начала и конца нет. Приступить к просмотру можно в любое мгновение. По замыслу создателей, такой формат будет интересен и ценителям искусства, и молодежи, которая привыкла больше времени проводить у мигающих экранов, планшетов и смартфонов. Выставка может стать переходным моментом, способом заинтересовать новое поколение классическими ценностями. Выставочное пространство проекта «Великие модернисты» становится неким порталом в мир искусства конца 19-го, начала 20 веков. Атмосфера полного погружения. Оказываешься буквально внутри живописных полотен. Столь нестандартный подход к революционному искусству получил одобрение московской публики. В столице интерактивную выставку посетили более 150 тысяч человек. Свое турне по регионам «Великие модернисты» начинают с Самары, где будут гостить до 1 ноября. Официальное открытие интеллектуального шоу 22 августа. Марина Кравцова, Павел Пресняков. События.